Февраль и март – время праздников. И эти ставшие вдруг свободными дни можно провести по-разному. Кто-то хочет позитивных эмоций, кто-то романтики, а кто-то мечтает о вкусном ужине. Я вам расскажу, как можно получить все и сразу. И начнем мы с эмоций. Ярких, нежных и ласковых. Вперед в парк Альпак! Для тех, кто хочет побыть вдвоем вдали от суеты, загородный клуб «Вилла да Винчи». Здесь можно уединиться со своей второй половинкой и насладиться тишиной, покоем и друг другом. Романтика. А можно прекрасно отдохнуть и целой компанией. Банька, наша чудесная природа, свежий воздух и только самые близкие рядом. Ну не чудо ли? А для тех, кто хочет покорить свою вторую половинку красивыми видами города, ужин в ресторане 1586. И весь Воронеж у ваших ног. И не только он. Какой бы способ отметить праздники вы не выбрали, главное провести их вместе, как, впрочем, и любой другой день.